Хайергард, центр восстановления волос и эстетической трихологии, впервые участвует в выставке «Дни красоты». Здесь помогают решить любые проблемы – от выпадения до сухости и ломкости волос, а также подбирает индивидуальный уход. Специалисты дают рекомендации и назначают восстанавливающие программы только после специальной диагностики. Наш салон специализируется на уходовых средствах восстановления волос. Мы подбираем индивидуальные протоколы восстановления волос. У нас есть приемы тритмент-эксперта, трихолога-эстетиста, который диагностирует кожу головы, полотно волос. В Хайергард каждый клиент, прежде чем приобрести полноразмерное средство, может попробовать его в мини-формате. Центр создавался и для того, чтобы мастера и салоны экономили свое время. И в одном месте находили все необходимые продукты, в том числе те, которые сложно найти. Ведь Хайергард – это официальный дистрибьютор качественных зарубежных брендов профессиональной косметики для волос на территории Башкирии. Даже не ожидала, что центр восстановления волос будет здесь представлен на выставке. Очень порадовала, что нашла давно спрей, фирму, которая когда-то уходила из России по известным причинам. И было жалко, что невозможно было купить. Сейчас я увидела и сразу в первую очередь приобрела этот спрей. Находится Хайергард в удобном месте с парковочными местами, в самом центре города. Расположился центр восстановления волос и эстетической трихологии по адресу улица Коммунистическая, дом 107. Алина Акчурина, Эльдар Гареев, Вся Уфа.